Челябинские садоводы жалуются на опасную дорогу. На выезде из СНТ Колющинец плотное движение, но светофора нет. Обзор закрывает бурьян, а покрытие в плохом состоянии. Из-за этого постоянно случаются заторы и аварии. Они немного не могут разъехаться, потому что тут и знак стоит. Можно было бы заранее пойти по обочине, если бы там был дополнительный асфальт, да? И тут же, опять же, тут же остановка стоит. То есть и получается, что затор. О своей проблеме дачники рассказывают сенатору от Челябинской области Олегу Цепкину. Член Совета Федерации заявляет, дорогу на въезде отремонтируют в 2019 году и установят защитный экран. А вот поставить светофор нельзя, не по нормативам. Но сенатор просит городских чиновников найти другой выход. Они организуют работы по перепланировке вот этого перекрестка выезда с Садового товарищества на кольцевую дорогу. На Меридиан. И там вопрос будет решен и с лишними зарослями, которые мешают обзору, и с дорожными знаками. Пришли на прием и жители копейского поселка Бажова. Там постоянно подтапливает дома, но местные власти прекратили откачку воды, жалуются люди. Сенатор рекомендует чиновникам возобновить работы и вести их регулярно. И добавляет, вопрос также на контроле губернатора Бориса Дубровского. Сейчас разрабатывается проект осушения земель, чтобы решить проблему окончательно.